9 сентября студентов ждала интересная программа, которая длилась с 9 утра до 7 вечера. В этом году организаторы предпочли традиционному питу Бутаковское ущелье. Праздник начался с танцев и музыки, как только последний 5-й автобус прибыл на место. После их ждал обед и свободное время. В отличие от прошлого года, каждый студент заботился о своем обеде самостоятельно. После первокурсников ждали игры, конкурсы и флешмобы. Ну, в принципе, мне все понравилось. Вот уже заканчивается там. Нашел много новых друзей, вот познакомился ближе с организациями. На самом деле, вот первоначально думал, что все такие суровые, а по итогу оказалось, что все достаточно простые люди, с которыми очень интересно общаться. Помимо программы велась фото- и видеосъемка. У студентов была возможность пройтись и посмотреть на Бутаковский водопад. По мнению вторых курсов, прошлое посвящение было насыщеннее и интересней. Им запомнился арбузник, организованный обед и массовые флешмобы.